Альшевский. Простреливал с разворота, все потеряли шайбу из виду, а она вон где оказалась. Ничего себе, Исаев один на один с неудобной руки, и он забивает. Дмитрий Исаев подтверждает свой статус лидера команды и лучшего бомбардира. 6 шайб теперь в его активе, чуть больше у Кулеша, но это лучший бомбардир. 16 матчей и 13 очков. Именно хозяева этого льда смогли забить первыми. Еще одна атака. Вот здесь чистый лед. Бросок в дальний угол. Добивание. Какое спасение вратаря. Два подряд, но затем шайба оказывается в воротах. 2-1. Первым покатил Исаев. Классный вход в зону. Скоростное движение. Чистый лед перед нападающим. Несколько бросков. И Исаев. Да, это гол Дмитрия Исаева и, соответственно, дубль этого парня. Ишивников. С контролем шайбы сегодня у него проблем нет. Даже под давлением играет здорово. Гашилов передачу проходит, бросок с острого угла, но попадает Дмитрий Исаев. И это человек, который на старте матча в полнейшем порядке. Хет-трик Дмитрия Исаева. Фантастическая игра 63-го номера. Очень долго разыгрывали хозяева. Заметьте, времени потратили немало, но они держали шайбу под своим контролем. Они ее не отдавали сопернику. И даже вот здесь, казалось, прошла передача Гашилова, потратил время на обработку шайбы Исаев, но все равно смог с достаточно острого угла попасть.